Здравствуйте, меня зовут Дина Гандзюк, и это мой авторский телепроект «Респект». Сегодня у меня в гостях необычайный человек, духовное величие которого известно во всем мире. Наталья Владимировна Родина у меня в гостях, академик, ученый, академик Академии технологических наук Украины, психолог и парапсихолог, руководитель Центра развития личности, духовный учитель. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, Диночка. Мне необычайно приятно сегодня провести эту беседу с вами. А как вам живется на нашей планете, Наталья Владимировна? Как вам здесь, в этом мире? По-всякому. И прекрасно, и очень сложно, потому что эта планета, этот мир, он живет по своим правилам. И зачастую эти правила не совсем созидательны для каждого живущего на этой планете человека. Но я стараюсь, живя на этой планете, сделать все, чтобы жизнь людей, которые заселяют сейчас весь земной шар, стала намного лучше. И я буду это делать. Моя жизнь, она прекрасна тем, что есть значение моей жизни. Я могу приносить пользу людям. И это, наверное, самое высшее, о чем может мечтать каждый человек, каждый живущий на Земле. Я могу быть полезна людям, их жизням, их процессам реальности. И я счастлива этим. Ваше служение людям, человечеству, оно безгранично. Это то, чему вы отдаете себя 24 часа в сутки. У вас нет выходных. У вас нет дней, которые разделены на мои дни или не мои дни. Все ваши дни и вся ваша жизнь — это жизнь тех сотен, тысяч, миллионов людей, которые вас знают. А какой вы были в детстве, Наталья Владимировна? Вот если вспомнить эту жизнь, какой была Наталья Родина в детстве? Вот как вам помнится тот период вашей жизни? Я всегда помню себя очень серьезным человеком. И я всегда помню себя взрослым человеком. Будучи маленьким ребенком, в моем сознании все-таки были очень взрослые, серьезные мысли. Мысли о мире, о человечестве, мысли о взаимоотношениях людей, мысли о том, насколько правильно люди живут или неправильно живут люди. Но вот ребенка заботили вот такие очень грандиозные, наверное, понимания планетарной жизни человечества. Я всегда была серьезная, я хорошо училась, я считала, что вот человек должен, если вот он сказал, значит, это должно быть сделано. Нужно держать слово, нужно быть справедливым, нужно обязательно помогать людям. То есть я имела эти все наработки с рождения. И если возникала какая-то несправедливость в моей жизни, меня это просто шокировало. Как это, как можно сказать или не сделать, или же как можно взять и обмануть? Для меня это было, ну вообще, я не могла этого понять. Это невозможно, вот в моем понимании. Но чем дольше я жила на этой планете, я все больше и больше сталкивалась с тем, что обман на этой планете — это норма многих людей. И да, сейчас я уже, конечно, к этому привыкла, но все-таки я считаю это неправильным и ненормальным процессом жизни. Не должно быть так, не должно быть так среди людей, среди человечества. А все должно быть как раз наоборот. Людям нужно быть правдивыми, честными, открытыми, откровенными, такими, какие они есть. Вот для меня это норма жизни. В детстве я старалась помогать людям, которые были менее успешными. И с детства мне всегда было жаль тех людей, которые как-то вот не преуспевали в определенных процессах своей жизни. И даже среди знакомых, друзей выбирала самых несчастных. И вот этим самым несчастным я помогала, я украшала их жизнь менялась уже тогда, с детства. И я жила этим. Мне было радостно, радостно от того, что я хоть чуть-чуть, хоть чем-то украсила жизнь другого человечка. А вы пришли на эту планету в обыкновенную семью. И, наверное,
Не вас воспитывали родители, а вы были маленьким воспитателем даже для взрослых людей. Необычайные качества, которые у вас люди замечали еще в младенчестве, это то, что ваших родителей ставило в какой-то такой аспект легкого шока, откуда этот ребенок, что это у нас за ребенок. Вот есть же у вас брат, сестра, это же обыкновенные дети, вы всегда отличались. Да, я скажу вам, что я немножко была в таком своем внутреннем мире, потому что я жизнь понимала совершенно не так, как ее понимают другие люди. И когда я это поняла, я поняла, что я не могу показывать свое мироощущение, то, как я воспринимаю мир, другим людям. Я не могу этого делать. Я многого не могла сказать своим родителям. Да и родители жили своими жизнями. Я была примерная, за меня никогда не было стыдно. Наоборот, всегда, когда мама приходила иногда в школу по каким-то делам непонятным, и где ее просили прийти учителя, какие-то вопросы порешать, то, конечно же, обо мне слышала она только хорошее. Поэтому она особо вопросами моего и воспитания, наверное, и обучения не занималась. Она видела, что во всем я успешно преуспеваю. Да, она мне рассказывала, как нужно, как правильно. Она мне говорила о том, что честность, правдивость – это основа жизни. Мама многое вкладывала в то, чтобы я так и оставалась достойным человеком. Она видела очень много искушений в жизни и всегда меня поправляла. Она подтверждала то, что правдивость, открытость, откровенность, исполнительность, честность – это основа жизни. И мне было легче, хотя бы потому, что я видела, что кто-то меня поддерживает. Но все-таки я жила свою самостоятельную внутреннюю жизнь. И это была жизнь, наверное, в таком самоисследовании и самопонимании. Я с детства видела, что я очень отличаюсь от всех людей, даже от взрослых. И у меня всегда возникали вопросы, почему я так не похожа? Что со мной не так? Может быть, у меня что-то с психикой не так? Ведь я так отличаюсь от этих людей. Почему мои убеждения совершенно не такие, как убеждения большинства людей, живущих на планете? А какие убеждения правильные? Мои или же убеждения этих людей? Ну, в общем, мне приходилось очень много в себе ковыряться, это разбираться. Это были размышления ребенка скольки лет, Наталья Владимировна? Ну, вот 8, 7, 8 лет, 6 лет. Это маленький ребенок, да, со взрослыми такими, да, мыслями, да? Да, да. Вот я в то время, я, знаете, я не ощущала, что я ребенок. Я всегда чувствовала внутри себя такого взрослого человека. Мне даже иногда хотелось сделать замечание взрослым людям. И я не делала этого только потому, что это недопустимо, чтобы дети делали замечания взрослым людям. Это было запрещено в моей семье, и мама старалась на этом делать акцент. Но поверьте, я уже тогда знала, чему я могу научить взрослых людей. Я видела их шутки, не всегда пристойные, не всегда достойные, даже постыдные шутки. Я не могла этого понять. Думаю, как же? Человек должен быть культурным, воспитанным, он должен уважать друг друга, уважать чувства других людей. И даже если есть эти чувства, их нельзя высмеивать. Это же самое чистое, самое, ну, сокровенное, что может быть в человеке. Как можно над этим смеяться? Как можно смеяться над благородством другого человека? Наоборот, это прекрасно. Вот я не совсем была согласна, но я помалкивала, потому что понимала, что мне об этом говорить нельзя, и даже я могу быть наказана, если я все-таки, ну скажем, позволю себе вот так вот выразиться не совсем правильно о поведении взрослых людей. Я знаю, что важную роль в вашей жизни сыграла ваша бабушка. Это тоже была необыкновенная женщина, и те знания, такие глубинные знания во многих аспектах, целительство, понимание природы человеческой, да, физиологии, вот как правильно человеку помочь, дала вам бабушка. Давайте об этом поговорим, Наталья Владимировна. Да, это был свет моей жизни. Это был тот первый свет, который зажигал мою душу. Это была моя поддержка. Вот беседуя с ней, я могла быть удовлетворенной во всем. Я могла ей задать любой вопрос. Все, что меня интересовало, я могла у нее спросить, и я знала точно, что вот она мне даст правильный ответ. Я была очень похожая с бабушкой. И бабушка среди 10 внуков любила меня больше всех.
Она больше мне рассказывала, она учила меня разбираться в травах, собирать травы, лечить людей травами. Она сама лечила людей травами. И она, казалось бы, не имея образования, настолько была высокодуховным развитым человеком и философски развитым, что мне было чему у нее поучиться. Она мне рассказывала уже тогда о таких вещах, которые нельзя было рассказывать, которые в тот период времени были запрещены. Это тематика о духовности, это тематика о Творце, о Создателе, о том, как устроен мир, как работают энергии, что такое энергия. Вот она была тем первым светом, который понимал меня. Вы знаете, в тот период времени всех детей отправляли в пионерские лагеря. У меня была одна мечта, одно желание, чтобы меня никогда туда не отправили. Я ехала к бабушке на каникулы. Для меня каждые мои каникулы у бабушки – это была райская жизнь. Это был рай здесь, на земле. Вот так мне было хорошо с ней. Вы часто плакали в детстве, Наталья Владимировна? Ну, это могли быть слезы какого-то, или разочарования, или печали. Часто. Часто? Я часто плакала. Я плакала потому, что я не понимала этот мир. Я не знала, почему так все вот происходит. Я не могла удовлетворить свое внутреннее состояние объяснениями всего происходящего. Я не понимала, почему так все живут. И в тот период времени я знала точно, как надо, как вывести страну из серьезного экономического кризиса, как человеку найти работу каждому, какими должны быть политики, какими вообще должны быть все простые и богатые люди, как должны строиться взаимоотношения между бедными и богатыми. В общем, в 10 лет я знала все. Во мне было такое серьезное понимание жизни, но я видела, что оно неприменимо в тот период времени. И я всегда задавалась вопросом, почему я это знаю, откуда я это знаю, кто мне может ответить на эти такие глубинные вопросы уже моего познания? Никто. Я даже не была того человека, у кого я могла бы это спросить. И, конечно, мир не понимал меня. И мне было очень непросто в этом мире. Я очень быстро, я была всегда такая отходчивая. Я никогда долго не обижалась, вообще старалась не обижаться. Я всегда старалась все происходящее понимать. И я всегда понимала, если что-то в моей жизни происходит, мне нужно понять, почему это происходит именно со мной. Какие процессы моей реальности привели меня к этой ситуации? Мне надо понять, почему. Как только я понимала, почему, я видела, я сама за собой замечала, что ситуация сама исчезала. После моих первых пониманий, почему, ситуация сама проходила. Это так было замечательно. И я тогда уже начала понимать секреты жизни. Я понимала, как формируется реальность, каким образом мы сами на собственном опыте формируем этот процесс, что в нас этот процесс формирует. Это было прекрасно, но это было опасно. Я понимала, что я стою на краю и пропасти также. Я понимала, что такое мое неосознанное понимание для обыкновенных людей, понимание жизни, может привести к тому, что мир меня не примет. Он не поймет этого, хотя я четко понимала свою правоту. Я знала, что вот жить так, как я знаю, это будет прекрасно для всего мира. Я это знала точно, но понимала, что многие люди не готовы этого принять. Уже тогда у вас зарождался ученый, которого сегодня знает весь мир. Уже тогда вас готовили к этой большой масштабной работе, просветительской работе для человечества. Уже тогда. В самом раннем детстве вы явно понимали, что у вас говорит Творец. Как рано вы начали понимать, что в вашей голове есть мысли, которые не вами созданы? Кто-то живет, кто-то дает вам это понимание мира. Как рано вы начали понимать, что есть Бог?
Ну, сейчас я подумаю, вспомню, когда первые такие приходили понимания. Да, это происходило еще до школы. Я еще даже не пошла в первый класс. Я видела, что мои мысли и мои чувства мгновенно могут создавать реальности. Вот это я замечала за собой. Я не могла понять, каким образом, что этим управляет, почему. Почему, если я что-то думаю, на что-то смотрю и о чем-то думаю, оно мгновенно происходит. Каким образом это происходит у меня? Почему это не происходит у других людей, детей, людей? Ну, про детей вообще речь не идет. Они для меня совсем были малышами, а вот речь шла о взрослых людях. Меня интересовала только, ну, скажем, позиция взрослых, уже развитых людей. Я искала ответы на эти вопросы и старалась их найти. И вот как раз тогда во мне начинал, объяснять голос, который был очень серьезным, который... Я даже не понимала, это мой голос объясняет мне, или это что? Это что-то другое, в отличие от меня, или это я тоже есть? Потому что говорила-то я своими мыслями, и это звучало внутри меня. И с одной стороны, я понимала, что это я сама себе это говорю, с другой стороны, я понимала, что ребенок в таком возрасте, он не может так думать и говорить такими речами, такими фразами взрослыми. Ведь я же понимала, что я все-таки еще тогда оставалась ребенком. Я осознавала, что я еще ребенок во всех аспектах, но мысли были очень взрослыми, зрелыми, правильными, такими осознанными. Фразы правильно выстраивались, и я думала: «Боже мой, меня же никто не учил ораторскому искусству, никто. Откуда у меня этот талант? Почему я это могу так красиво преподнести?» Со временем пробуждались, уже с раннего детства пробуждались способности к искусству и к таланты мои, вот, к пению, к танцам, к музыке. Я очень любила музыку. Я когда слушала музыку, внутри меня возникали такие высокие вибрации, которые просто зажигали меня. У меня все дрожало внутри, когда я слушала музыку. Мне казалось, что все, что в мире есть, это вся та музыка, которую я слушала. И вы знаете, благодаря этому меня знали все музыканты. Я всегда была на свадьбе, всегда пела, танцевала, знала все песни. Бабушка у меня научила меня этим песням. Но знаете, вот это была та маленькая райская жизнь, которой я жила. Эта жизнь сегодня, это жизнь многих людей. Вы уже не принадлежите себе, вы принадлежите всему миру. У вас такое огромное количество учеников на всей планете, и все хотят понять, откуда вы берете все те знания, которыми владеете. Ведь это те знания, которые закрыты для многих. Так более того, стать вашим учеником это надо заслужить. Не всех же берете, и не все готовы к такой работе. О знаниях, Наталья Владимировна. А как давно вы начали понимать, что вас к этой работе готовят? И кто готовил вас к этой работе, если мы можем говорить это сейчас в аспекте нашей беседы? Ну, сейчас я подумаю, как лучше мне сказать то, что, наверное, хотелось бы, что готовы люди услышать, потому что не все люди готовы услышать. Понимаете, друзья, этот мир построен определенными высокоразвитыми существами, которые и управляют жизнью и деятельностью и развитием этого мира. Мы можем сравнить это с определенной такой духовно развитой цивилизацией, которая уже многие миллионы лет находится здесь, на этой планете, и ведет процесс эволюционного развития. Есть существа, личности, я бы так сказала, более высокого, развитого и интеллектуально, и духовного порядка, которые управляют процессами жизни на планете. И они присылают сюда, в этот мир, помощников себе. И затем через этих помощников, которые воплощаются в виде людей, они трудятся и проявляют себя на этой планете, давая знания людям. Когда эти знания приходят к обыкновенным людям через курсы, через лекции, через книги, люди пишут книги, разные методы и способы, это создает процесс развития многих людей.
Таким образом, они более духовно развитые существа, не имеющие возможности быть проявлены в этом физическом плане, в этом физическом мире, через своих помощников, огромное количество людей дают информацию по развитию человечества. Вот оттуда я получаю знания. То есть существует организация, высокоразвитая организация существ, заботящаяся о жизни и эволюции всей планеты. И они заинтересованы в том, чтобы знания, к которым человечество готово, могли стать открыты, получены, приняты человечеством и направлены на созидательное развитие всей планеты. В принципе, это основа того, что я делаю, что мы все вместе делаем для людей этой планеты. Эта планета сегодня, в этот период, переживает духовное возрождение, Наталья Владимировна. Сколько духовных учителей на нашей планете, с которыми вы тоже можете контактировать и общаться? И общаетесь ли вы с ними? На планету пришло определенное количество, серьезная цифра. Единственное, каждый из них должен вести свою деятельность. Как правило, это должна быть работа, общение может быть только на энергетическом плане исключительно. Таким образом, никто никому не должен мешать в проведенной работе на планете. Каждый знает свое задание, каждый выполняет свое задание. Это люди, которых вы, может быть, даже считаете обыкновенными людьми. Они имеют семьи, они тоже работают на работе, они живут среди вас социальной жизни, решая социальные задачи, но их задача жизни намного выше обыкновенного человека. Им нужно передавать знания человечеству. На это направлены все их жизни, все обстоятельства жизненные, и каждый из них пришел к своему пути по-своему, через определенные трудности, сложности, но все-таки выполняет эту работу. Каждый из этих учителей на планете несет ответственность за все сделанное, за все сказанное, за все процессы своей реальности. Каждый отвечает за каждого пришедшего, за весь путь и процесс своей работы. И поверьте, это очень серьезный спрос, очень серьезный. И, конечно же, поправки тоже каждый получает. Каким образом? Через внутреннее состояние, через прямую связь с высшим, с сознанием этих существ. Вот так бы я сказала. Существует поле сознания этих высокоразвитых существ, которые занимаются развитием, планетарным развитием человечества. Да, сейчас планета проходит, знаете, она поднимается из пропасти, из глубокой ямы невежества, хамства, духовной слепоты, духовных страхов, разных направлений, где человек не имел духовного развития, а наоборот был подавлен, был угнетен, был разрушен даже тем поиском и открытием себя, но не находил этого. И вот сейчас планета поднимается в своем уровне развития и переходит на новый уровень реальности. Но как мы с вами знаем, любой переходной процесс, он всегда бывает разрушительным. И он много, естественно, тянет за собой разных процессов разрушения. Каким образом? На планету стали приходить высокие энергии. Для одних эти энергии созидательные, для других людей — другие люди эти высокие энергии превращают в разрушительные, чем сами себя и уничтожают своими же собственными руками, и даже не понимают, как они это делают. И таким образом происходит определенный такой, просеивание, наверное, отбор людей, наверное, да, где каждый делает свой выбор, где каждый в этом выборе участвует, где каждый или станет продолжать эволюцию на этой планете или исчезнет вообще с планетарного уровня жизни. Люди не осознают этого, но каждый человек, сейчас живущий на планете, каждый из людей участвует в этом процессе. И как любой переходной процесс, он имеет и разрушительное состояние. Мы сейчас это видим. Очень серьезно стала разрушаться психика людей. Многие люди не выдерживают таких психических атак. Они это называют паническими атаками. Многие не выдерживают боли в груди,
которую они ощущают на физическом уровне, и называют это как боль души. Многие не выдерживают. Многие люди даже не спят ночами из-за таких психических стрессов и разрушений. И эта проблема, вот это тот, знаете, тот такой изъян в переходном этапе, где люди неустойчивые, слабые, люди неразвитые, вот с ними происходят такие процессы. А люди сильные, устойчивые, ищущие, они обязательно находят нас. Мы делаем все для того, чтобы они стали устойчивыми. И вот в последнее время, да, то, что происходит на планете, это вводит огромное количество людей в шок, страх. И мои ученики сейчас очень много пишут писем нам с таким пониманием, благодарностью того, что благодаря этим знаниям и новому пониманию жизни им удалось пережить это тяжкое время. Им удалось. Более того, они еще больше выросли. Они стали еще более сильными и адаптировались даже к таким условиям жизни. 10 лет назад вы создали как ученый центр развития личности, в котором сегодня обучаются ученики с разных уголков нашей планеты. Но прежде чем прийти к такому этапу своей жизни, конечно же, вы прожили непростую жизнь. Это то, что вас закаляло, это то, что у вас вырабатывало внутреннюю силу, устойчивость. И сегодня, когда к вам приходят люди со своими проблемами, с такими жизненными задачами, вы понимаете каждого на том уровне, на котором может понять сам Творец. Если оглянуться назад, Наталья Владимировна, есть что-то, о чем, возможно, вы сегодня не то чтобы сожалеете, а думаете, можно было бы по-другому, могло бы быть по-другому? Так, я сейчас, мне же надо вспомнить, я совсем не готова была к таким вопросам, да и мы как-то и не готовились. Сейчас, друзья, по-другому? Нет. Вы знаете, я вам скажу, что все то, что было мною пережито, все это надо было пережить. Я только сейчас понимаю то, что если бы я не прошла столько трудностей, страданий, столько унижений, столько лишений, столько обмана, я бы, наверное, так бы не понимала людей. Я с детства видела, что я не совсем их понимаю. Я не понимаю, почему они мстят друг другу, почему обижаются, почему ненавидят, почему обманывают. Я не понимала этого. И я только сейчас понимаю то, что мне так и надо было прожить. И если бы Творец спросил у меня, ты готова еще раз прожить то же самое ради того, чтобы принести огромную пользу миру и человечеству, я бы, конечно же, без раздумий согласилась. Хотя было иногда так тяжко, что казалось все, лучше умереть, нежели пережить то, что приходилось переживать. Но я благодарна Создателю за все. Я понимала, это были годы тренировки, это были годы, ну, такой закалки. Закалки, где я должна быть настолько сильной и устойчивой, и понимающей все, что понять это, чтобы это понять, мне надо самой это пережить. Только тогда я смогу это понять так, как правильно. И понимание мое будет правильным. И я смогу понять любого человека. Сейчас так и происходит. Все приходят с проблемами. Все приходят с проблемами, трудностями, сложностями. Но я понимаю каждого. Внутри меня нет осуждения этих людей. Вообще нет. Есть четкое понимание, почему человек вот это сделал вот это так, а здесь поступил вот так вот. Когда есть понимание, нет осуждения. Нет осуждения, возникает желание помочь, желание направить, желание дать подсказку, чтобы человек все-таки вышел с этого заблуждения и жил хорошо. И все благодаря этому опыту. Наталья Владимировна, вот действительно непростой период был в вашей жизни, и не один. А вы не то что не разучились любить людей, вы любите их еще больше. А как вам так удается? Вот для многих это непонятно. Когда человек делает больно, в ответ идет такая огромная сила любви, что это не просто урок для человека, для него это как новое возрождение. Вот как у вас так получается? И вы этому учите своих учеников?
Ну, на самом деле у меня это вообще не получается. У меня это просто есть. Это ваша природа. Это моя природа. Но я понимаю, почему так происходит. И что нужно человеку, чтобы у него тоже это происходило. Это возможно для всех? Возможно для всех. Абсолютно для всех. Но возможно этого достичь только в том случае, когда будет единство с той силой природой, которая создала каждого человека. Вот когда человек объединяется своей собственной природой Творца-Создателя и живет уже в этих вибрациях, ни обид нет, ни зависти, ни алчности, ни страхов, ни злости, ни переживаний, ничего этого вообще не существует. Ты живешь свободной, открытой, откровенной жизнью. Каждого видящего ты воспринимаешь как своего родного человека, как часть самого себя. Ну как ты можешь обижаться на часть себя? Ну это же все равно, что на себя обижаться. Или же как ты можешь не любить часть себя? Ты же любишь любую часть себя. Вот когда приходит такое переосмысливание, изменение, наверное, психики, да, это психологическое изменение, даже изменение поведения в обществе, когда происходит это с людьми, они начинают это чувствовать, они начинают в себе это переживать. И тогда им не надо в это играть, не надо подыгрывать, не надо в себе этого создавать, оно само есть всегда. И вы знаете, такая приходит легкость от этого. Людям настолько прекрасно становится жить в этом состоянии. Все, чего они хотят, это только быть в этом состоянии. Я вам скажу больше. Когда человек в этом состоянии, он начинает формировать свою правильную реальность. И уже проблем, трудностей, сложностей, каких-то там нерешенных, каких-то страхов не существует. Это, знаете, это в человеке вспоминается как давно-давно снившийся сон. Это даже не реальность. Человек уже перестает эти свои проблемы бывшие воспринимать как реальность. Он даже не хочет это вспоминать. И когда все-таки нужно это сделать для каких-то там задач, он это делает и быстренько, знаете, вот не-не-не, забыли, проехали. Этого и не было. Вот такое чувство. Мне очень хочется, друзья, научить каждого человека жить в этом состоянии. Если бы вы хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуточку приоткрыли эту завесу и почувствовали то, что я вам сейчас говорю, вы не представляете, какая это радость, какое это неимоверное счастье, какое это высвобождение самого себя. Нет слов. Это человек, живущий без оков. Без да. материальных крючков. Это да. свобода. Это, знаете, вот мне это так вот сейчас ассоциируется, как встать на вершину горы, где много ветра, света и легкость такая, да? Хочется да. лететь. Да. Вот вы учите лететь по жизни учеников своих. И сегодня у вас их так много, Наталья Владимировна. Я одна из них, и действительно я сегодня счастливый человек. Это неимоверные эмоции. Вам снятся сны? Да, снятся да? сны. А что вам снится? Я занимаюсь развитием людей. Это все, что меня больше... Вы даже во сне работаете? Ничего не интересует, абсолютно. У меня вот мир, материальные вещи какие-то там, мне это вообще не интересно. Да, я смотрю на этот прекрасный зал, людей, вот все, что меня окружает, это все прекрасно, но оно меня не отвлекает. Оно не отвлекает меня от того предназначения, той задачи, которую я выполняю. Просто та задача для меня настолько серьезная, главная и, ну, не так-то легко выполнимая, скажем так, как это есть. Это не так-то просто. Но это настолько нужно и важно, и необходимо для людей, что мне, я, знаете, меня ничего больше не интересует. Только это, только процесс развития человечества. И такое счастье, что в этом процессе есть человек, который с вами тоже 24 часа в сутки. Это ваша душа, это ваша половинка, это ваш помощник, это тот, кто вместе с вами во всем, во всех ваших мыслях, проявлениях, чувствах. Он дышит с вами в унисон. Как вы познакомились с вашим супругом Сергеем Аркадьевичем, Наталья Владимировна? Это тоже очень интересная история, для многих она весьма интересна.
вы знаете, знакомство было таким, ну, обыкновенным, наверное, обыденным. Я возглавляла свою организацию, и как директор организации пришла в организацию, где был он директором. И мы познакомились исключительно, ну, в таких деловых отношениях. Меня этот человек очень поразил. Я знала очень многих руководителей, работала с многими предприятиями. Я занималась подбором персонала, профессиональным подбором персонала. И когда я пришла к этому человеку, я увидела неимоверную доброту. Мне казалось, что таких людей вообще уже больше нет на земле. Я уже знала, какие директора, что им надо от меня, и все это уже мне было понятно. То есть понимала, что только меркантильные, материальные какие-то привязки, завязки и так далее. Не более того. Но здесь я встретила человека, которым восхищался каждый работник этого предприятия. Все выражали мне такой восторг об этом человеке. Они говорят: «Боже мой, у нас такой директор, у нас такой директор. Он нас так любит, он так все понимает. Боже, мы такие счастливые, что вот он у нас есть». Думаю, ну пойду ж посмотрю я, что ж там за такой директор. Уникальный. Такой. И когда я пришла, я увидела эту уникальность. Знаете, это был человек, который не торговался со мной. Он заплатил мне ту стоимость, которая была мною назначена за мою работу. Он даже когда уже уходил с предприятия, он меня вызвал и говорит: «Вы знаете, мы там вам остались еще должны деньги, я вот подпишу распоряжение, чтобы вам заплатили всю стоимость, всю сумму». Я думала: «Боже мой, какой же прекрасный человек! Насколько он действительно неимоверно добряк». Он ценит других, умеет ценить. Да. И потом, когда он ушел с предприятия, мы с ним созвонились, он меня набрал, и так как я возглавляла работу подбора персонала, он был в поисках новой работы. Мы с ним беседовали, наверное, час. И вы знаете, я почувствовала к этому человеку состояние родного человека. Мне казалось, что я его знаю всю свою жизнь. Хотя мы виделись всего 2 раза, и то, наверное, по 5-10 минут. Не более того, беседовали только о работе, только о нашей деятельности. И затем он нашел работу очень быстро, пригласил меня опять. Я пришла к нему. И вот впервые, я никогда этого ранее не делала, но впервые я продемонстрировала, наверное, ему, и притом не намеренно, нет, вот это как-то оно автоматически произошло, продемонстрировала свои способности. Естественным способом. Мы с ним беседовали просто уже как друзья. И я ему как другу рассказала, как он будет работать, как будет развиваться его новое, им возглавленное предприятие. Вот. А потом... «Ну а мы с вами?» А потом: «Нет, я этого не буду ему говорить, что если я еще ему и это скажу». А он: «А что мы с вами?» Ну и, конечно же, я ему сказала, что мы будем мужем и женой. Какая была реакция? Вы знаете, нормальная реакция. Через 1.5 месяца мы были уже мужем и женой. Все само пришло, все само сложилось. Знаете, как иногда люди встречаются друг другу, там демонстрируют свои лучшие качества. Никто никому ничего не демонстрировал. Мы просто приняли друг друга такими, какие мы есть. Мы друг друга такими друг у друга устраивали. Мы были с ним едины, мы могли с ним беседовать сутками, и мы это делаем по сей день. Вот уже... А какое сегодня число? Вот было 11 лет, как мы вместе с ним, как раз в этом месяце. Вот как раз в этом месяце 11 лет нашей прекрасной жизни, и мы не расстаемся даже на несколько часов. А если расстаемся, очень скучаем друг за другом и не можем опять наговориться. Вы знаете, мне очень хотелось бы, чтобы каждая женщина и каждый мужчина в этом мире встретили такую свою прекрасную половинку, чтобы каждый дышал в унисон, каждый друг с другом говорил на одном языке, чтобы было такое понимание, как вот у нас. Я могу сказать вам, что я очень счастлива с этим человеком, он дышит мною, для меня весь мир.
но и у меня все то, что есть, та задача, которую он принял. И я понимала, что ему это непросто, ведь мое все внимание людям. Моего внимания ему остается совсем немножко, совсем чуть-чуть. Но его любовь настолько крепка и сильна, что он готов и на это. Только чтобы я была рядом. Разделил с вами нелегкую ношу, Сергей Аркадьевич. И сегодня трудится вместе с вами в том благородном, таком грандиозном, масштабном деле, которым вы живете. Это помощь людям, это обучение людей, это такая глобальная просветительская миссия. Можете сказать, что это мужчина, которого вы ждали всю жизнь, Наталья Владимировна? Да, это тот мужчина, о котором я знала. Я знала, что он будет в моей жизни. Я всегда это знала. Я знала это с юношеских лет. Единственное, не могла понять, почему я до сих пор не могу его встретить. Но теперь я и это понимаю. Мне надо было пройти трудности. Встретив его, я бы не получила трудностей. Я встретила его именно тогда, когда мне нужно было его встретить. Когда у обычного человека трудности, первое, что он делает, человек из социума, это опускает руки, начинает плакать или ныть. Сегодняшний мир, Наталья Владимировна, это мир нытиков или все-таки в нем, благодаря тому, что есть вы, духовный учитель, благодаря тем знаниям, этот мир выходит из нытья в таком тяжелом процессе выхода, но становится миром легких людей? Да, я могу сказать, что как бы сложно ни было, хоть есть и нытики, но все равно очень много людей, которые не хотят быть нытиками, которые увидели результат своего нытья и больше не хотят страданий. Они хотят хорошей, прекрасной, легкой, осознанной, знаете, жизни в понимании всего происходящего, в жизни, где они сами управляют своей жизнью. Многие люди хотят этого, и многие люди сейчас приходят к нам для того, чтобы иметь такую жизнь. И многие совершают это. Те знания, которые вы даете, это как внутренняя трансформация, перезагрузка. Все начинается из головы. Там закладывается наше понимание жизни, меняется вектор процессов, которые мы видим, осознаем, принимаем или не принимаем. Наталья Владимировна, все ли заслуживают быть счастливыми? Вопрос, который я вам часто задавала как журналист, а в сегодняшнем современном мире, где квантовый переход, где такие непростые процессы, все ли смогут выжить? Вы затронули сейчас очень глубокую тему. Я очень много думаю над этой темой. И думаю, и спешу очень. Спешу как можно больше сделать для людей, для человечества. И понимаю, как человечество нуждается сейчас в этих знаниях и в моей помощи. Не все люди заслужили на счастье. Не все. Человек, который сеет ненависть, который сеет разрушение, который завистливый, жадный, ненасытный, алчный, он не может быть счастливым. Это невозможно. Это нарушает все законы космоса. А и как и на этой планете, все-таки работают законы космоса. Добряки. Это те люди, которые заслужили на счастье. Люди, которые понимают других людей. Люди, которые радуются победам других людей. Вот они готовы сейчас и трудиться у нас, и менять свою жизнь, себя менять в этом мире. Вот для них и раскрывается эта новая реальность. Злым людям нужно осознать. Осознать то, что их зло само их и разрушает. Они должны понять, что их ненависть, их злоба, их вот эта ненасытность, ими даже неосознанная, она убивает. Убивает этих людей. Можно сказать так, человек сам себя своими руками закапывает. Вот так можно сказать. Это так и есть на самом деле. Понимаете, друзья, вибрации усилились, и человек эти высокие вибрации начал трансформировать в очень низкие вибрации. Эти низкие вибрации стали еще более разрушительными. Они начинают взаимодействовать с силами природы, что вызывает наводнения, землетрясения, катастрофы разного уровня, катастрофы, аварии и так далее, и так далее.
Это приводит человечество к огромным потрясениям и страданиям. В общем, руками злых людей творится зло на этой планете. И сейчас еще сильнее, так как энергии на планету приходят более сильные. Надо срочно остановиться, друзья мои. Остановиться тем, кто сеет зло, ненависть, зависть, жадность, алчность, осуждение вот этому миру, другим людям. Надо остановиться, иначе человек сам погибнет от своего же зла. Более того, он пострадает вдвойне, ведь все то, что человек проецирует в социум, в мир, это все возвращается обратно. И это бумерангом в виде разрушения возвращается злым людям. Злые люди стали страдать еще больше. Они болеют онкологией, они болеют разрушительными заболеваниями и мучениями, и умирают в мучениях. Можно сказать, что зло их и уничтожает. Вот агрессивность, непонимание, зависть, жадность — это то, что сейчас убийственная сила, страхи, друзья мои. Это оружие против самого человечества. Эта планета должна переродиться, начать жить по-новому. Только тогда будет эра того возрождения духовности, которая и даст возможность родиться новой расе людей. Поэтому необходимо начинать, конечно же, с детства. О детях. Вы проживаете земную жизнь, у вас две прекрасных дочери, и это сегодня те, кто есть тоже вашими помощниками. Их тоже знают в разных уголках нашей планеты. Какими были эти девочки в самом-самом раннем детстве? Послушными, не очень, такими же познавательными, как вы. На кого они похожи? Это ваша копия, Наталья Владимировна? Вы знаете, и да, и нет. Конечно же, это пришли люди, которые имеют уже свой опыт, свое понимание жизни, со своими задачами, но они всегда старались быть похожими на меня. И я всегда была для них примером. Они смотрели на маму и знали, если мама так сказала, то это 100% так и есть. И вот, наверное, эти баллы, они сыграли свою роль в жизни моих детей. Я не заставляла их выполнять какую-то там работу, какой-то вести вид деятельности. Я всегда говорила, что они сами должны выбрать и определиться с тем направлением, которое им по душе, которое им нравится. И в данный момент они мои помощники. Каждый из них ведет свое направление, но я вижу, с какой ценностью они ведут эту работу. Каждая из них сама себя контролирует, сама себя развивает, сама смотрит за своей эффективностью и следит за собой. И я понимаю, что это, наверное, плоды моей жизни. Они видели, как я, и теперь тоже хотят так, как я. И они в своем процессе эволюции, когда мы вот беседуем, там рассказываем, я рассказываю, ведь мы в семье, мы живем этой темой, жизнью других людей, развитием людей. И они всегда говорят: «Мама, я хочу быть такая, как ты». И вы знаете, это, наверное, самая большая награда для любого родителя, когда наши дети хотят быть похожими на нас. Да, это были девочки, которых нужно было и воспитывать, и делать замечания, и наказывать тогда, когда это было надо. И теперь это ими, знаете, как они говорят: «Мама, хорошо, что ты меня воспитывала, вот хорошо, что ты меня наказывала, мама, вот теперь я правильно понимаю эту жизнь». Они это понимают как естественный процесс рождения, взросления и формирования личности. Вы для них не просто мама, вы для них и духовный учитель, как и для своего супруга, да, Наталья Владимировна? Именно так? Да, друзья мои, как бы это ни звучало, в семье я, не могу сказать, что я лидер, нет, это неправильное слово, но ко мне прислушиваются все. Если мама сказала, что это вот так, это так и есть. Но я никогда и ни на чем не настаиваю. Если они хотят пройти через ошибочный опыт, да пожалуйста. Конечно, значит, им надо это пройти. Хотя вы знаете, что могло бы быть Знаю, вот так. Но я понимаю, что это им тоже надо. Я никогда не приказываю. Они спросят, я отвечу.
Но вы знаете, они постоянно только то и делают, что спрашивают. «Мама, а ну посмотри, как там будет это, а как будет это и как будет то». Я посмотрю, но ни на чем не настаиваю. Расскажу, вот сделаешь вот так, будет вот так. Сделаешь вот так, будет вот так вот. Ну и для мужа я, конечно, в первую очередь, это тоже духовный учитель. Он учится, мои дети, они учатся у меня. Они тоже заканчивают курсы по духовному развитию, по личностному развитию. И вы знаете, наверное, это самое важное, что они могут сделать для себя, для своей жизни. Ведь они не только слышат, слушают эти знания, они видят применение этих знаний в нашей семье. Они этим живут. Они этим живут. Они видят, что это не игра. Да. Это вот так вот надо жить. Вот так вот жить. Наталья Владимировна, столько энергии вы отдаете людям. В таком хрупком, прекрасном женском теле такое величие. И это величие, это самое высшее, что есть на этой планете. Многих интересует, как Наталья Владимировна Родина любит отдыхать. И отдыхает ли вообще Наталья Владимировна Родина? Друзья мои, я не то что люблю отдыхать. Отдыхать все любят. Просто у меня это никогда не получается. Я всегда занята, даже тогда, когда, казалось бы, все, две недели, чтобы никто не трогал, не отвечать ни на какие телефонные звонки и не разрешать никаких других проблем, не удается, не получается. Обязательно найдется кто-то, кому обязательно я буду срочно нужна. Именно в ту минуту. Именно в ту минуту. Да. Поэтому нету, друзья, у меня отдыха, который я могла бы запомнить и сказать, вот это вот тогда я отдохнула полностью. Меня никто не беспокоил, и я занималась только, ну, скажем, вниманием себя и для себя. Но я стараюсь находить время для себя, особенно для работы в практиках, для работы с миром в практиках, потому что человечество очень нуждается в чистой энергии. И моя задача — давать эту энергию людям. Моя задача — наполнять этот мир светом, любовью, радостью и счастьем. Я знаю, что, имея такие высокие, чистые экстрасенсорные способности, способность неясновидения, вы никогда не смотрите свое будущее. Даже вот о завтрашнем дне вы абсолютно не просматриваете информацию. Это тоже многих интересует. Сейчас я трансформирую вопросы, которые у многих людей. Смотрит ли Наталья Владимировна, что же будет у нее там впереди? Почему так, Наталья Владимировна? Почему не смотрите? Не смотрю. Меня это не интересует. Все, что меня интересует, это качество проживаемой жизни в данный момент. И мне нужно прожить данный момент в самом высшем качестве жизни. Вот это все, что меня интересует. Насколько это у меня получается и насколько мне это удается. Я ничего не прошу для себя. Мне ничего для себя не нужно. Все, что мне нужно, это выполнить свое задание, свою миссию, предназначение и помочь человечеству в этот переходной период жизни. Это все, что меня интересует. Я не нуждаюсь абсолютно ни в чем. Мне многого не надо. У меня нет крючков, каких-то желаний материальных, что-то купить, что-то там. Да ничего мне не надо покупать. То, что у меня есть, мне этого достаточно. Понимаете, друзья? Я не живу мирской жизнью. Я живу жизнью духовного плана. Меня интересуют только духовные задачи. А все остальное, мирское, материальное, финансовое, это только для того, чтобы я могла выполнять тот труд, ту работу, которую я выполняю на земле. Все. Больше меня ничего не интересует. Когда человек выполняет определенные задания, помогает человечеству, он выполняет волю того, кто тебя создал, Творца, Создателя. Вот как он хочет, пусть так и будет в моей жизни. Вот меня устраивает все то, что хочет он для меня. Ни больше, ни меньше. О чем мечтаете, Наталья Владимировна? Спасти мир.
как можно большее количество людей перевести в новую эпоху жизни, как можно большему количеству людей дать возможности эволюции, эволюции на этой планете, потому что многие не смогут и этого. Как можно больше сделать, создать счастье в жизнях каждого человека, всех людей. Вот хотелось бы, чтобы все были счастливы, и даже злые стали добрыми. Вот, наверное, это такая вот мечта, желание, но которое я воплощаю в жизни каждый день. Я живу этим. Я не могу сказать, что это моя мечта. Это моя жизнь. И я все буду делать, чтобы так и было на Земле. Я пройду все, я выдержу все. Я пройду всю критику, все негодования, всю зависть человеческую, я все готова пройти. Меня, знаете, меня это не разрушает абсолютно. Я понимаю, почему люди вот так вот поступают. Мне их очень жаль. Но все, чего я хочу, это спасение мира. Я очень хочу спасти мир, как бы это громко ни звучало. Да, я понимаю, что нужно начать сейчас из пола, из тряпки, которым нужно вымыть подъезды. Так а я и к этому готова. Нужно вымыть подъезды, помыть — я с радостью. Нужно поподметать, попылесосить — так я с радостью. Для меня любой труд во благо человечества и спасение этого мира — это труд священный. Эту планету ждет рассвет, или в начале перед рассветом эту планету ждут еще большие трудности и то, что не всех людей спасет. Да, планету ждут очень серьезные потрясения. Но эти годы, вот ближайшие годы, это будет такая еще раскачка. Раскачка, так вот оно будет все. Но, друзья мои, 5-10 лет — это будут самые тяжелые годы в жизни планеты. И многим людям придется переосмыслить свою жизнь. Кто еще способен будет это сделать? Потому что массовая шизофрения, планетарная шизофрения, планетарное безумие, оно с каждым годом просто будет покрывать, оно захлынет эту планету. И оно даже будет считаться нормой. Быть безумным, значит, будет норма для многих людей. Но те люди, которые все-таки останутся в понимании здравомыслия, они будут способны пересмотреть, переосмыслить свою жизнь, и это люди спасенные. Вот это я могу сказать точно. И после этого, после серьезного разрушения планетарного, это касается не только какой-то определенной страны, изменения будут по всей планете. Человечество вступит в новую эру, в новую эпоху возрождения. И те мои ученики, они создадут новый мир, новое общество развитых, духовно осознанных, любовью наполненных, светом очищенных людей. И вот именно они будут стоять у истоков новой цивилизации возрождения планеты. Я очень благодарна вам, Наталья Владимировна, за то, что вы нашли время для такого интересного, необычайного интервью. У меня сегодня было интервью самой Вселенной. Я вас за это весьма благодарю. Респект, Наталья Владимировна, Родина. Благодарю. Будем трудиться. Будем трудиться. Это была моя авторская телепрограмма «Респект». И сегодня у меня в гостях была Наталья Владимировна Родина. Наталья Владимировна, завершающее слово, конечно же, даю вам. Ваши пожелания. Друзья мои, будьте сильными и устойчивыми. Верьте в то, что вы сможете все. Работайте со своими страхами, со своей внутренней агрессивностью. Это не ваше, это вам навязанное. Вы — свет жизни. Надо устоять, надо пережить это очень непростое и еще будет более сложное время. Но надо устоять, а для этого — стать сильным. Берегите друг друга, желайте друг другу только добра. Наступите на горло эгоизму и проявите в каждой ситуации милосердие, добро и сострадание. Помогайте друг другу и принимайте друг друга такими, какие вы есть, ведь вы все свет жизни. Благодарю вас.